Небольшая и живописная деревушка Крюково в Балахтинском районе. Здесь живет и тренируется чемпион мира по гиревому спорту Александр Зыбайло. Чтобы дойти от своего дома до местного клуба со спортзалом, Александру вместе с учениками надо всего пару минут. Любовь к гире у Александра с детства. Когда его ровесники в зале шли к штанге, он тягал гири. После армии, вернувшись в родную деревню, он просто жил, работал пожарным, строил дом, женился. А лет 10 назад нашел гирю, оставшуюся от дедушки, и стал заниматься. Сначала были победы на районных соревнованиях, потом на региональных. В 28 лет Александр выполнил норматив мастера спорта России. Сейчас он мастер спорта России международного класса, чемпион мира по гиревому спорту. Секрет успеха у Александра Зыбайло простой. Регулярные тренировки, большое желание победить и режим питания. Это раньше, да, я тоже считал этих чемпионов мира, которые были воины, химики. Там тоже было какое-то подозрение, что что-то тут неладно, что-то кушает. А по сути, когда вот сам подошел к этому, на обычных продуктах ничего, мне в рационе нет такого, чтобы было сверхъестественное. Обычное молоко деревенское, сало. Супы, борщи, все. Есть и еще парочка секретов побед. Это хорошая баня после тренировки и специальные гири на 2 килограмма тяжелее стандартных. А еще позитивный настрой, которым Александр делится с окружающими. Несколько лет назад он захотел передать свой опыт местным подросткам. Так сформировалась команда деревни Крюково. Первую тренировку пришел, просто смотрел, я был как маленький еще. То есть под гирю не сразу не пустил, то есть там посмотреть, там понять, втянуться. То есть первое место занимался так, физическую форму подбирал себе, подгонял, то есть укреплял тело, дух. Потом уже начал технику со мной ставить, то есть именно, что он поставил мою технику, и благодаря ему, наверное, за эти 3,5 года я поднялся на хороший уровень. То есть я уже выполнил первый взрослый разряд и не раз становился чемпионом края. В команде есть и девушка Анастасия Зыбайло, дочь Александра. Ей 16 лет, и она имеет первый спортивный разряд. Заниматься гирями захотела сама. Мечтает поступить в юридический институт и не против стать чемпионкой мира по гиревому спорту, как ее отец. Как тренер, то есть он вообще хороший. То есть, все сделать для того, чтобы получилось. Папа самый лучший. То есть я очень сильно не горжусь. Сейчас тренировки проходят в крошечной комнатке, в которой раньше был кабинет директора клуба. Местная администрация пообещала Александру, что, возможно, заброшенный дом бывшей начальной школы переделают в спортзал. Тогда тренироваться смогут больше местных ребят. И им есть к чему стремиться, ведь перед глазами пример настоящего чемпиона, сотрудника МЧС и человека, преданного делу спорта и физкультуры. Я вот в данный момент, мне 30, скопил, 38 будет скоро, я себя чувствую на 25, даже моложе, можно сказать. То есть я в 25 так себя не чувствовал. То есть постоянно занимаюсь спортом, чувствую себя очень хорошо. Да и считаю, что новое поколение должно, должны прививать его к спорту.